think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня началось обновление уже на русском сервере. Точнее, уже прошло. Сейчас посмотрим самое основное, что у нас добавили. Начнем с самого главного, да. Добро пожаловать в гильдийские события. Доступна регистрация, поэтому регистрируйтесь у кого. Есть возможность на новую локацию. Регистрация на русском сервере открыта, но локация... Интересно, что они там исправили в этом обновлении. 30 героев. Тут надо еще 30 героев этих иметь на бездонатах. Так, зарегистрирован. Есть 5 человек, надо, чтобы зарегистрировалось как минимум. В общем, регистрацию прошли. Что самое интересное по обнове? Первое, давайте сейчас глянем, наборчик за сам есть или нету. Да, есть тоже наборчик за один самоцвет. Пакет накопления. Новых хитомов я пока не вижу. Надо будет на Тайвань потом сбегать посмотреть. Так, с нами редкие героев. Привет, весна. Донатная, скорее всего, да, донатная акция, заработай, короче, такое себе все, собери сам, ничего, короче, здесь не поменяли по акциям. Так, это я фонтан. Самое интересное с обновления у нас это первое в супер питомцах. Где наш супер пэт? Супер пэт. Ты где? Есть возможность роллинга за рекламу. Вот это однозначно плюс. И плюс самое такое тоже интересное, что с обновления созвездия героям тоже у вас есть возможность ролить за рекламу. Это однозначно плюс для бездонатов, точно так же, как и найм. На Айси, как обычно, я так понял, что пролетят с этим. Ну, посмотрим после обновы, но вряд ли там рекламу App Store не разрешает, так как на Android, соответственно, там такой халявы не будет. Два новых героя. Я вчера показывал, делал обзор на одного из них. Один донатный, один бездонатный. Бездонатный герой довольно-таки неплох, на мелких левелах очень кайфовый. Я попробую сегодня его вытащить у себя на основном аккаунте на английском сервере, прокачать, если получится. Я думаю, если повезет, выпадет нам, мы посмотрим на него. Так, где ж вы? Вот, Берсерк, довольно-таки неплохой герой, как Асурик, Асура 2.0 включается, и потом его хрен выключишь, пока не убьешь. Игнорирует лимиты на получение урона, вот оно что означает, неправильно был у нас перевод. Он наносит 1000 урона вражеским сервам, игнорирует лимиты на получение урона, вот это реально круто. Довольно-таки интересный герой. Это донатный герой, входит в транс, встает трансом, не может двигаться, атаковать, запускать навыки, также получать бафы или состояние других юнитов. Каждый 650 каждых 0,5 секунды, довольно-таки неплохо. Ну, три противника теряют энергию, уменьшают свою скорость передвижения атаки на 48 в течение 2 секунд, транс длится 5 секунд, кулдаун 7. Ну, имеет кучу иммунитета. В этого иммунитета нет, в этого иммунитета есть. Ну, в общем, такое себе. Как обычно, ничего интересного. Два новых для них облика добавили. Хрен его знает, где эти облики. Сейчас пороемся, может, найдем. Где-то опять в начале провтыкало их.
Все, я не понял. Где? А, вот они. Темные колдуны, берсерк. Добавлена новая чарка. Ну, чарка мне не понравилась. Точно так же добавлен новый супер питомец. Он мне тоже, ребята, не понравился, потому что я сделал вам на него видео заранее. Вот сегодня можете посмотреть, почему. Он атакующего режима, соответственно, он работает у вас только, когда герой атакует. Он добавляет иммунитеты, а если герой не атакует, он ни хрена не делает. В общем, печаль. Для некоторых героев реально смысла никакого нет в нем, хотя ожидалось совсем другое. Новая чарка дает 40% крит шанса в бою на семерке, когда проходит критический урон, наносит 560% чистого урона. Вот такое себе, честно, мне атакующие не понравились тоже. Что у нас еще интересного? На осмотрах у нас сделали перемотку, но смотритель, к сожалению, как раз закончился. Тоже такое себе. Никаких изменений по поводу там по найму гильдии. Сделали лимиты, типа минимум до 1 000 000 подняли. Это такое. И таланты титула там что-то подправили. Именно с уроном, крит уроном, насколько я понял. Крит сопротивление. Увеличение крит удара. Не знаю, что-то. Я не знаю, что там с талантами титула подправили. В общем, по сути, с обновления все, что толковое. Все, что вот самое интересное, это то, что добавили две рекламы. Опять же, для АЭСа, скорее всего, это не будет доступно. На смена созвездий для питомцев и для героев. Это, я считаю, реально круто. Хоть и надо смотреть рекламу, зато это для бездоната хоть какая-то возможность что-то прокачать поинтереснее. Ну, халява раз в сутки, как и с героем. Два героя, один из них бездонатный, ну, такой, в принципе, неплохой. Я побегал, пофармил. Смотрится неплохо. Донатные непонятные вообще. Ну, как обычно, нафига столько, я уже говорил вчера, когда обозревал, нафига столько героев. Вот куда их девать, что с ними делать. Ну реально, локации говняные. То, что они добавили регистрацию на новую локацию. Ну, это все до сраки, честно скажу. Локация говно. Ожидания и реальность себя не оправдали. Чарка, таланты, все как обычно по стандарту подобавляли, но в итоге нифига толкового у нас не произошло в игре. Ну, в общем, без изменений, не пофиксили нифига, нифига не сделали, просто так лишь бы, знаете. Это было обновление в честь, опять же, новой локации, то есть, чтобы запустить новую локацию на других серваках. Там они сказали, пофиксили некоторые баги, но сама суть, я думаю, что там не сильно что-то изменилось. Так, где-то мое большинство. Поэтому такие вот дела. Сегодня что у нас? Битва гильдии. Сегодня у нас четверг. Надо будет побегать. Попроходить багажку. Вот, смотрите, божество как быстренько у меня растет. Я вчера, кстати, Фрей 30-й качнул здесь. Вот, то есть обновление само по себе, ну, ни о чем. Просто вот я считаю, что ни о чем. Кроме двух реклам, я больше плюсов от обновления никаких не увидел. Их вообще нету. Я вообще не понимаю, какой смысл было выпускать это обновление. Опять то же самое, нифига толком не поменяли. Вообще нифига, сколько им писали. Просто все, как знаете, впустую дверь, ничего не меняется. В общем, пишите, что вы думаете по поводу обновы. Герой я уже обзор вам сделал, попозже обновится английский сервак, я попробую там паролить, вытащить. Все, всем удачи, удачного, кто будет ролить роллинга, всем пока.